Вооружившись граблями, метлами и лопатами, коллективы местных предприятий и организаций очищали город от скопившегося за зиму мусора. Как и ожидалось, на призыв главы города Валерия Рогожкина принять участие в массовой межсезонной уборке Бузулука откликнулись многие. Отчасти потому, что основной части бузулучан по-прежнему близка добрая традиция советского периода – приводить родной город в порядок накануне Пасхи и майских праздников. Было приятно после проведения таких субботников посмотреть на то, что какое глобальное изменение произошло в своем городе, в учебном заведении или на предприятии. Почему? Потому что была идеальная чистота. То, что скопилось за год, за зиму, то все это дело быстренько убиралось, приятно было посмотреть. Важность общегородского субботника понимает каждый бузулучанин, и практически каждый готов присоединиться. Думаю, что нужен субботник, потому что после весны вот эта грязь, уже эта традиция сложилась из поколения в поколение, эти субботники. Я завтра сама иду на субботник. Я считаю, что это очень хорошо, то, что все убираются, никакого мусора не будет. Хочу добавить, чтобы люди выкидывали мусор в урны, а не разбрасывали их, так как они сами загрязняют нашу среду, в которой живут. Официальные субботники в нашем городе также пройдут 17 и 28 апреля и 5 мая. Напомню, что именно в эти дни прием мусора на городской свалке будет осуществляться бесплатно. Правила это действуют как для организации предприятий, так и для жителей частного сектора города. Таким образом, общими усилиями через 3 недели город станет чистым, ухоженным и уютным.